Лидер террористов, так называемый мэр города Славянск Вячеслав Пономарев, выступил против людей, которые называют себя руководителями самопровозглашенной Донецкой Народной Республики и находятся непосредственно в Донецке. Пономарев пригрозил им, что скоро его армия придет в Донецк и наведет порядок. Также стало известно, что треть членов так называемого правительства ДНР написали заявление об отставке со своих должностей, однако боятся их обнародовать. Вчера руководитель аппарата Донецкой городской организации партии регионов Алексей Грановский сообщил журналистам, что покидает пост министра энергетики в связи с несогласием с заявлением менеджера МММ, одного из лидеров террористов Дениса Пушилина, о национализации предприятий, расположенных на территории Донецкого региона. Еще один внутренний конфликт происходит между сторонниками министра обороны Игоря Стрелкова и так называемой горловской группировкой внутри ДНР. Наблюдается противостояние именно между Абвером, он же Сергей Стрелюк, и Бесом, он же Игорь Безлер. Первоначально с 14 апреля после захвата горловского госуправления милиции город курировал Игорь Безлер, потом его вытеснил Абвер. 19 мая снова произошла смена власти. Напомним, Генпрокуратура официально признала ДНР террористической организацией.